Это старый терминал Донецкого аэропорта. Съемочная группа Life News первой оказалась в здании, которое на протяжении 3 месяцев поочередно контролировали войска Украины и ополченцы. С недавних пор в терминале закрепились бойцы армии Новороссии. Через пробитые стены видны позиции украинских силовиков. На цокольном или да, да, на цокольном. Цокольном получается. Да. Кирпич только левее. Вот. Видишь? На крыше здания покосившийся от ветра флаг. Знамя водрузили сразу после штурма. Несмотря на приказ не высовываться, бойцы решают поправить символ республики. Во время штурма здания завязался продолжительный и тяжелый бой. Отступая, украинские военные не только не забирали раненых и убитых, но с их помощью делали ловушки для противника. Там рядом прям лежал человек на носилках, просто под ним был фугас. То есть готовили тоже сюрприз какой-то нам. Вот. Ну, естественно, несколько мин вокруг него. То есть они рассчитывали на то, что сдетонирует, короче. И, то есть ни им, ни нам. Боец республиканской армии с позывным «Белый» вспоминает, как пробирался через заминированные коридоры аэропорта. С первого этажа мы зашли по лестнице. Оттуда как раз таки. Там была первая растяжка, здесь вторая растяжка была. Там повыше вот третья растяжка была. Короче, сняли мы эти 3 растяжки, F-ки стояли. Выходим сюда, здесь как раз позиция украинская. Белый приехал из Белоруссии, как сам говорит, воевать против фашизма и несправедливости. Проведя несколько месяцев в Донбассе, доброволец узнал, что теперь на родине он вне закона. Почему у нас в стране считают, что мы террористы? То есть я даже не понимаю. Мне нельзя домой на родину возвращаться. То есть я здесь должен оставаться. То есть, я защищаю людей, женщин, детей. А домой приеду, меня посадят. Во время перемирия в аэропорту относительно тихо, говорят бойцы подразделения «Спарта». Ночную пулеметную трель здесь даже не считают за нарушение договоренностей. Вчера вечером постреливали немного. Ну так, вроде да. Ну, не сказал бы, что сильно, но выстрелы вечером были с их стороны. Выстрелы из чего? Стрелковое оружие? Стрелковое оружие, пулемет и автомат. 5,45. Обычно, вот уже несколько раз объявляли, обычно... Обычно, как только перемирие, начинается артиллерия с Авдеевки работать. Это всегда, это было... Для них это, наверное, святое, в перемирие валить на... А потом на нас говорит, что мы стреляем. Последним оплотом обороны украинской армии в аэропорту Донецка остается новый терминал. От самого здания остался только железобетонный каркас, но командование ВСУ, несмотря на огромные потери, не спешит его покидать. Ведь эта горячая точка на карте Донбасса стала своеобразным символом противоборства двух сторон. Александр Лонсков и Минка Лантаров, Life News, Донецк.